Дорогие и уважаемые друзья, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин открыл второй день просветительского марафона «Новое знание». Ну а теперь пришла наша, так, так сказать, спортивная очередь взять эстафету и продолжить второй день. День. Ведущий трека «Спорт» здесь, в Санкт-Петербурге, комментатор UFC и велатор России, главный редактор «Мета ММА» Роман Сафронов. Ну и очаровательно. спортивный журналист, великолепный, великолепный специалист в области спорта и, разумеется, ведущий телеканала «Матч Страна» МГДЖ. Ваши бурные аплодисменты. Спасибо большое. Мы рады видеть вас здесь, на Газпром-Арене, где и проходит наш блог спорта. Вчера наш марафон вызвал большой интерес. Трансляция набрала более 22 миллионов просмотров. Нас смотрят не только в России, но и в Испании. Мне написала моя подписчица из Испании. Если она нас видит, передай мне, естественно, привет. То есть нас смотрят вообще по всему миру невероятные цифры. Надеемся, что сегодня интерес будет не меньше, ведь у нас в гостях будут выдающиеся личности. Основным организатором марафона и единственным, соответственно, является общество знаний. Основными площадками мероприятия являются студии в шести городах России, откуда организованы трансляции марафона, и, собственно говоря, мы одна из них. Марафон знаний — это мультиформатный образовательный интенсив, который проходит и в онлайне, и в формате живого общения. Это как раз объясняется тем, что можно задать вопрос и лично, и через интернет. Каждый город представляет свой тематический блок. Мы здесь говорим о спорте, о том, как достичь успеха, о том, как завоевываются олимпийские медали, как достигать цели, не бросать руки и заставлять себя делать что-то полезное, даже когда очень не хочется и когда нет настроения. Все мероприятия марафона транслируются онлайн на сайте марафона marathon.znaniaraша.ru, а также в группе Российского общества знания ВКонтакте. Каждого из вас будет, соответственно, задать возможность вопрос тем, кто обладает огромным объемом знаний и уникальным опытом. Я же хочу напомнить, что наши онлайн-зрители имеют прекрасную возможность также принять участие в нашем общении со спикерами. Они могут задать вопрос. Все это происходит на странице Российского общества знания во ВКонтакте. Это группа «Знание Раша в одно слово». Как задается вопрос? Поставьте хэштег, фамилию спикера и задайте свой вопрос. Но здесь важно помнить, что с учетом фамилии должно быть максимум 129 знаков, включая пробелы. Кроме того, в рамках марафона «Новое знание» с 1 по 4 сентября по всей стране проходит серия мероприятий «Вперед к знаниям». Участники сообщества «Большая перемена» в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям 21 века. В, ре... в российских регионах представители крупных молодежных организаций проведут серию образовательных мастер-классов, лекций и встреч с известными спикерами знания. Наш марафон — это новое знание от лучших людей России. И вы знаете, вот как говорят, учитель ⁇ это не тот, кто учит, а тот, у которого учимся мы. И поэтому я с удовольствием хочу объявить, что наш первый урок второго дня марафона начинается. Друзья! Пять лет назад на Олимпийских играх в Бразилии российская саблистка Яна Игорян сделала золотой дубль и победила не только в личном, но и в командном первенствах. В Токио Яна не поехала, у нее уважительная причина. Я думаю, что мы должны этому поплодировать. Она стала мамой. Давайте еще раз порадуемся за нее вместе. И, но, как любой спортсмен, невозможно пропустить Олимпийские игры. Все болеют, все переживают. И она тоже с большим придыханием смотрела все старты в Японии. Не только смотрела, но и вела прямые эфир у себя в Инстаграме. Я их с удовольствием смотрела. Говорю, за это огромное спасибо. Очень много нового я узнала о фехтовании. Но что мы все говорим, договорим. Да давай уже представим и пригласим сюда под бурные аплодисменты. Яна Егорян. Ян, привет. Всем привет, привет. Привет, рада тебя видеть у нас. Спасибо большое, что... Посетила наш марафон. У нас здесь вот такое дружеское общение с ребятами. Я напоминаю, что, ребят, вы можете задавать свои вопросы. Яне, у нас вон там стоит микрофон, и мы с удовольствием вас к нему приглашаем, потому что я уверена, что у такого человека, как, как Яна, есть что спросить, и ей есть что нам рассказать. Расскажи, пожалуйста, где сложнее: на экране, на помосте, где. Ну, сложнее, конечно, когда ты смотришь все со стороны, потому что когда ты находишься, находишься непосредственно на дорожке, у тебя есть хоть какой-то контроль над ситуацией, а когда ты у экрана телевизора, ты вроде можешь видеть какие-то ошибки, какие-то плюсы, но от тебя ничего не зависит, ты можешь только наблюдать, ругаться на телевизор, показывать свои эмоции. Поэтому, конечно, тяжелее намного, когда ты вдалеке находишься и просто наблюдаешь. А расскажи, вот тот успех наших вообще фехтовальщиков на Олимпийских играх в Токио, ты как наблюдала? Ты общаешься с кем-то из команды, типа писала слова поддержки. Мы здесь просто вчера, у нас гости спортсмены из разных видов спорта, и мы обсуждали, что в каждом виде все ребята общаются по-разному, потому что спортивной гимнастики, они супер дружные, они прям общаются и вне спорта, и на свадьбы друг к другу ходят, там в художественной гимнастике плюс-минус такая же история, как в фехтовании. Ну, у нас вообще очень большая такая семья фехтовальная, но тем не менее многие знают, что фехтование делится на три вида оружия. Это сабля, шпага и рапира. И все равно это как-то такое разделение, и у каждого своя, скажем так, атмосфера и тусовка. И, естественно, так как я девушка занимаюсь саблей, я больше следила за своим видом оружия и непосредственно вела общение такое плотное именно с женской саблей, которая, собственно, и как всегда, Лучше вторую, всех, вторую Олимпиаду подряд, да, показала свой уровень. У тебя в активе, помимо олимпийских медалей, у Яны их целых две штуки золотые. Я просто была в Рио, я работала там корреспондентом, и я помню те эмоции от российского финала в тот момент и вот у тебя две золотые медали олимпийские, но также есть из золотые медали чемпионатов мира, чемпионатов Европы. Но для болельщиков, для большинства, они куда-то возносят вот олимпийские медали, а вот про чемпионаты мира, чемпионаты Европы как-то меньше похвалы, что ли, в ваш адрес. Не обидно от этого? Потому что они ведь так же сложно достаются. Нет, конечно, не обидно, и на самом деле здесь очень простое объяснение. Олимпийские игры ⁇ это всегда масштабно. На каждом шагу говорится, что вот начинаются игры, начинаются игры. И, конечно же, все виды спорта, они находятся, скажем так, в одном промежутке времени. Когда тебе не нужно, в принципе, зайти в интернет узнать, а когда же будет чемпионат мира или Европы по такому-то -такому виду спорта? Потому что на Олимпиаде ты просто, ты включаешь телевизор, если ты дома находишься, все меняешь каналы и ищешь тот вид спорта, который тебе ближе. Лучше выиграть Олимпиаду. И чтобы ее посмотрели, чем выиграть даже несколько раз чемпионат мира, я об этом никто не узнал. По поводу побед, кстати, вот вторые игры подряд разыгрываем между собой золото, как будто это какие-то локальные российские соревнования, очень приятно, конечно, за этим наблюдать, но хочется понять истоки и причину, да, это тренер, это условия, это какие-то выдающиеся уникальные спортсмены, конечно же, ну, это очевидно, но что еще, вот, что является важной составляющей такого успеха, уже который, получается, год? Ну, собственно, все, что вы перечислили, естественно, дает результат. Это и сами спортсмены, и тренерский штаб, и условия тренировок, условия отдыха, абсолютно все влияет. Но когда мы говорим, что две Олимпиады подряд женская сабля завоевывает и командное, и личное серебро и золото, это, наверное, говорит о именно, наверное, духи нашей страны, духи нашего времени, в котором мы сейчас живем. Очень много хороших, действительно достойных спортсменов в нашем виде спорта. Очень большая конкуренция. Но мы, я, конечно, не могу сказать, что мы тренируемся 24 часа без остановки, как синхронное плавание, но мы где-то рядом. И насколько я знаю, Столько времени, сколько уделяется в нашей стране фехтованию, в других странах надо еще нас чуть поддогнать. А вот есть еще такой момент. Очень часто в некоторых других видах спорта, не знаю, как фехтование, поэтому хочется уточнить, часто чемпионат России по уровню конкуренции. Ну, не то чтобы ниже да, чемпионата мира и Олимпийских игр, но на этом уровне такая конкуренция, что потом выходя некоторых соперников в кавычках не чувствуют. <сёк> вот происходит ли то же самое фехтование? <сёк> а, у нас есть конкуренция, я понимаю, о чем вы говорите. И, например, если там, возьмем борьбу, то действительно в борьбе именно чемпионат я, от России туда. это как Олимпийские игры. У нас, конечно, нет. У нас хорошая конкуренция внутри страны, но когда ты приезжаешь уже на международную арену, ты понимаешь о том, что уровень, конечно, совершенно другой. А у меня еще вопрос про фехтовальщиков после спорта, потому что если так посмотреть то у нас в одно время был министр спорта Колобков, фехтовальщик, президент Олимпийского комитета России у нас, Станислав Поздняков тоже из фехтования, председатель комиссии спортсменов России Софья Великая, фехтовальщица, Томас Бах, президент Олимпийского комитета, международного, как это международного Олимпийского комитета, фехтовальщик, Алишер Усманов, фехтовальщик. И Ш Что с вами там делают в фехтовании? <свят> Что вы потом после спорта добиваетесь таких успехов? Талантливые люди, они фехтование все. <свят> Поэтому после фехтования, естественно, все могут пойти в разные сферы и, как мы видим, очень даже успешно. Поэтому, дорогие друзья, приходите на фехтование, учитесь фехтовать. <свят> <свят> вот он, вот он, главный э, секрет, друзья, аплодисменты. Все фехтование! Есть у нас вопросы из зала, или вы еще да, давай. Проходи к микрофону. Не забудь, пожалуйста, представиться, чтобы мы знали, как тебя зовут. Здравствуйте, меня зовут Даниил. Я хочу задать вам вопрос каким вы видите будущее своего спорта и какие изменения пойдут на его улучшение? будущее моего спорта. Но с каждым годом мы видим, что фехтование развивается в нашей стране, и уже очень многие люди знают о нем, очень многие дети заинтересованы в этом виде спорта. Мы видим, что огромное количество спортивных залов открывается по всей стране. Уже выпускаются фильмы о фехтовании, про победы российских спортсменов. Поэтому я считаю, что развитие, оно есть, оно идет вперед. И главное ⁇ это продолжать популяризировать фехтование и стараться донести зрителю максимально, что мы вообще делаем. Потому что все равно это сложно. Когда мы наблюдаем футбол, мы знаем, что есть команда, есть мяч, и нужно мяч в ворота забросить фехтование намного сложнее. Смотришь, не понимаешь. И, конечно же, будет прекрасно, если формат ТВ будет таким, где будут объясняться, рассказываться, будут хорошие комментаторы, которые будут объяснять зрителю, что, как. И благодаря этому будет тоже, естественно, большой интерес, и, возможно, люди будут дальше продолжать идти на фехтование. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Я когда был маленьким, я всегда с очень большим трепетом и осторожностью смотрел за фехтованием, потому что я не знал, я думал, что шпаги настоящие и сабли. И я боялся, что сейчас друг друга проткнут. А, часто и это... такое бывает. О. Да, а как серьезно это даже. Но, ну, ну, конечно, это большая редкость, но бывали случаи, когда были неприятные ситуации. Опять же, таки с с каждым каким-то неприятным случаем это все собирается огромное количество людей, которые решают, как исправить эту ситуацию. Например, мы раньше фехтовали в красивых масках с стеклом. То есть, и опять же таки, для зрелищности это было очень интересно, потому что виден взгляд соперника, оппонентам видно судье взгляд, то есть и зрителю интересно наблюдать, какие там эмоции испытывать. Но, как оказалось, это не совсем безопасно. И достаточно дорогостоящая такая маска получается, потому что стекло царапается, его постоянно нужно менять и убрали. Но у вас сейчас маски Обычные. они как, как решеточка такие. Да. А через нее прям хорошо видно, или вы тоже как решеточку? Через нее видно отлично, и многие, кто сталкивался с проблемами зрения, знают, что выписывают очки в сеточку для того, чтобы зрение улучшалось. И поэтому у фехтовальщиков в большинстве случаев стопроцентное зрение. Все на видно. На тренированное. Да. да. Если говорить, вот спасибо Данилу, он спросил про будущее фехтования, а мне интересно по поводу будущего Яны Ягорян. Сложно ли будет найти мотивацию вернуться в спорт, потому что уже выиграно все, что обычно намечают для себя спортсмены? Есть ли вообще такое желание туда вернуться и нужно ли вообще? Ну, на данный момент я не могу точно говорить, что будет в будущем. Сейчас я стала мамой, у меня замечательный сын, рядом любимый муж. И, конечно, я стараюсь не думать о том, как вернуться в спортзал и проводить там с утра до вечера время. Что касается спортивных достижений моих, конечно, да, две олимпийские медали – это замечательно. Далеко не каждый спортсмен достойный получает эту медаль. Но, тем не менее, мне этого достаточно. И у меня нет медали личной с чемпионата Европы, с чемпионата мира золотой. И многие говорят, вот, нужно взять. В моем случае нет, не нужно. То есть я доказала самой себе, что я способна поставить себе цель к ней прийти, а цель была моя олимпийское золото в личных и командных, я ее поставила. Доказывать другим людям, наверное, это уже не так интересно сейчас мне, потому что я расту, у меня появляются другие интересы, и мой интерес в первую очередь — это семья. И если у меня будет возможность совмещать, я готова рассмотреть варианта возвращения в спорт, потому что, в принципе, я считаю, что я еще молодая. Возможности так для есть. этого есть, да. Но а... если я не смогу совмещать семью и спорт, я всегда останусь в семье. Ну, понятно, что это кому-то надо, но есть еще такой момент. Все спортсмены это... Адреналинозависимые товарищи, которые очень хотят выступать и все равно всех тянет. Угу. То... У нее маленький ребенок. Там адреналина, мама дорогая. Я пытаюсь уговорить Яну все-таки выступать еще, поэтому очень надеюсь. Нет, я не говорю о том, что я ухожу из спорта. Я просто говорю о том, что сейчас жизненные приоритеты стоят другие. Рано или поздно всегда приходится нам в жизни решать, по какому пойти пути. И в данном случае, если мы говорим о спорте, то, естественно, каждый хочет максимально получить все, все выжить из своей профессии, и потом уже заниматься карьерой, своей уже семьей или какими-то другими увлечениями. Но так как я считаю себя достаточно разносторонним человеком, и, в принципе, я добилась максимальной цели в спорте, да, я проскочила там чемпионат Европы, чемпионат мира, но максимальную цель я выполнила. И как бы я там еще 150 раз не выиграла олимпийскую медаль, я все равно останусь такой же олимпийской чемпионкой, как и сейчас. Поэтому, если вы добились, я вот хотела бы молодежи сказать, что если вы добились какой-то цели, наверное, не стоит останавливаться на ней и пойти в другие сферы и развиваться там, потому что мир действительно безумно интересный, очень много всего можно узнать открывать вот эти грани и получать удовольствие. Не нужно то есть, оставаться вот в одной сфере. Ну и Яна ⁇ это яркий пример, потому что, как минимум, она уже снялась в клипе. Пою, танцую, рисую, играю, фехтую. да, я что только не делаю. Умница, спортсменка, комсомолка, да, как в фильме. А Яна в спорте и Яна дома, в семье, это разные люди. А, ну, наверное, стоило бы спросить моего мужа, разная я или нет. Но мне кажется, что да, конечно, в спорте я достаточно грубая, амбициозная, энергичная, неуступчивая. Дома я такой миленький маленький котенок, который там... Ну, иногда рычит. Ну, конечно, не без этого бывают какие-то ситуации, когда ты... За хватаешься? Ну, за саблю не хватаюсь, но... Что-нибудь сказать могу. Уколоть. Вот, вот так мы скажем. А скажи, пожалуйста, что бы ты еще хотела для себя открыть в какой сфере? Ну, я всегда была заинтересована в творчестве. То есть, это опять же таки музыка и кино. И, конечно же, если нас смотрят а люди нас из смотрят. этих сфер. Меня зовут Яна Игорян, мне 27 лет, я умею петь, танцевать, не стесняюсь публики, поэтому буду рада сотрудничать. В какой роли ты себя видишь и в каком жанре? Там триллер, драма, комедия. Ну, я себя вижу, наверное, в комедии, потому что я считаю себя достаточно такой веселой девушкой. Но считаю, что человек, который хотел бы заниматься актерской карьерой, обязательно должна быть какая-то драматическая роль, и она нести, она должна нести какой-то именно посыл в общество. То есть не просто там, условно говоря, женщина, которая плачет, непонятно почему, а именно какая-то жизненная история, которая может привести э, людей к, к размышлению о какой-то проблеме, которая существует в мире. Я не знаю, я вижу тебя в роли такой роковой красотки, как и Жельца Нет, это само Бонда. собой. Я просто ждала, чтобы это вы сказали. Ну, я просто, у меня других вариантов нет, которые, знаешь, вот отправляют на задание, там кого-то обольстить, вы, вы забрать его заполучить информацию, да, заполучить, да. и прийти такой героиней, спасти мир. Вот это прям вот твоя да, роль. Да, я согласна. И, и в конце, значит, саблю да. ставить, И красиво уйти никуда, в закат Да, 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 ну, да у Ромы представление, что ты просто с ней ходишь Абсолютно Всегда при, и при дома, оружии Дома если тоже что. причем Конечно у нас есть вопросы из онлайна. Спасибо всем, кто задает и пишет нам их под прямой трансляцией. Интересуется, смогла ли бы ты на столь высоком уровне соревноваться на рапире и шпаге? Нет, безусловно, нет, потому что как бы для зрителя не казалось, что в принципе одно и то же, но это три абсолютно разных вида оружия с разными правилами. И, конечно, если ты тренируешься с 10 лет там, на одном виде оружия и потом в какой-то момент собираешься переключиться на другой вид оружия, как развлечение, как на уровне какого-то кадетского-юниорского турнира. Да, ты можешь что-то показать, но на международной арене я убеждена, что нет. Ну, условно говоря, это как футбол и хоккей, в принципе, можно совместить эти, эти два вида спорта. Команды должны забить мяч или шайбу в ворота. Тут большие ворота, тут маленькие, но абсолютно все по-разному. Там лед, здесь трава. В фехтовании, в принципе, такая же система. А можно краткий ликбез? Вот я думаю, что и для широкой аудитории. Вот есть сабля, есть шпага, есть тропира. Коротко, в чем разница и почему вот так сложно переехать с одного вида на другой? Так, сабля, шпага, рапира. Рапира и шпага — это колющий вид оружия. Сабля — это рубящий вид оружия, но колоть в нем тоже можно. В сабле удары наносятся по пояс. Все вместе. У рапиры только грудь. В шпаге абсолютно все тело. Что касается скорости, то есть если шпага достаточно такой прыгучий вид спорта, там не, такие высокие, не такая высокая скорость, то рапира и сабля в зрелищности, конечно же, она более интересно, потому что там большие, большая скорость, и зрелищность рапиры мужской, особенно она вообще потому что они там поворачиваются, крутятся. У них там в прыжке рапиры гнутся. Ну, то есть это действительно очень красиво, особенно когда ты смотришь по телевизору в замедленном кадре. Как в кинофильмах. Да, именно так. Но по твоему описанию мне бы шпага подошла. Прыгаешь и колешь везде где Куда можно. Куда попадешь, да? Куда Там попадешь? нет фраз никаких. И желательно, что главное, чтобы попасть. Соперник был плотненький, чтобы, проще было попасть. Площадь попадания была шире. Я, кстати, вспомнил по аналогии, наверное, с теннисом, особенно Марию Шарапову сразу почему-то вспоминаю, как когда на выдохе удар идет, здесь тоже я, по-моему, частенько встречал подобную историю. Помогает действительно это вот как-то. Фехтовать эмоциональные крики Совершенно так называемые. Конечно, это помогает помимо того, что ты внутренне достаточно освобождаешься в эту секунду, ты показываешь свою правоту твоему оппоненту, судье, зрителям. И опять же, таки ты заводишься. Если мы посмотрим на фехтование с точки зрения спокойного вида спорта, то опять же таки, скорость упадет, зрелищность упадет, и такой мотивации у спортсмена не будет, потому что с каждым криком у тебя повышается адреналин, за счет которого ты выступаешь. Поэтому без криков оров никуда. Так, есть ли у нас еще вопросы? Да, давай. Девушка простых путей не ищет. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я бы хотела спросить именно про ну, вашу историю. Какой самый запоминающийся у вас был бой в плане эмоций? То есть не получение каких-то медалей, а вот именно соперник какой-нибудь, который был лично для вас тяжел. Вот. Какой хороший вопрос. Так запоминающийся самый бой или который самый тяжелый был, я не поняла. Я думаю, что оба вполне. Ну, можно С оба, послушаю. да. Потому что очень интересно. Если мы не возьмем Олимпийские игры, то я назову другие <laughs> Олимпийские игры. В 2010 году были первые юношеские Олимпийские игры, на которые я смогла отобраться. И отбор был достаточно простой. Нужно было поехать на чемпионат мира, на первенство мира, так как мы были юниорами. И, условно говоря, первая тройка, которая побеждала на этом турнире, должна была поехать на Олимпиаду. И самый запоминающийся бой был для меня, это за вход в четверку. Я проиграла своей подруге по спорту из другой страны. И у меня есть фотография, где я сижу вот в таком состоянии. Мне казалось, что у меня рухнул мир, потому что мне было очень принципиально важно поехать на эти Олимпийские игры. Потому что, во-первых, они были первые, первые юношеские Олимпийские игры. Это мне казалось что-то что невероятное. Я обязательно должна на них попасть. И когда я проиграла свой бой, я поняла, что мой, мой мир закончился, что я никуда не отобралась и нет смысла дальше продолжать. Но так оказалось так, что в призы попали две девочки из одной и той же страны. И, соответственно, поехать только, может, одна. А так как я была в рейтинге высоко, то есть я заняла почетное пятое место, то есть там было два третьих места. И так как одна девочка сразу пролетела, причем при том, что она стала второй на, это, на этом мире, я автоматически попала. И я очень часто вспоминаю именно этот бой. Он вроде как э, был проигран, но этот бой мне принес колоссальные эмоции, потому что в будущем, в дальнейшем, через месяц или два, я уже полетела на Олимпийские игры в Сингапур и заняла два первых места. Браво! И тогда, как раз таки, я получила свои, по моему мнению, первые олимпийские медали. И когда у меня, кстати говоря, спрашивают, какая медаль для тебя ценнее, я всегда говорю, что с детской, юношеской вот этой Олимпиады намного ценнее привести была медаль, нежели чем с Рио-де-Жанейро, потому что когда ты ребенок, ты, ну, молодой, 16 лет мне было, ты, конечно, воспри... воспринимаешь любую победу более масштабно. А когда ты взрослеешь, ты, то есть ты понимаешь, что здесь вот ты сейчас выиграешь, будет вот так, так, так и так. И уже тебе не доставляет таких эмоций, какие они бы были бы, когда ты в более молодом возрасте. Надеюсь, мне получилось ответить. Да, да, получилось. Спасибо вам. Спасибо большое за вопрос. Крутая история, потому что ты ведь могла вообще туда не поехать. Но с течением обстоятельств, судьба. Куда именно? Ну вот на юношеские олимпийские игры. я считаю, Просто вот судьба. Со мной всегда есть удача. Это немаловажно. Но это был, наверное, супер полезный опыт проиграть, чтобы потом выиграть. Вот уже не... Мы говорили как раз с одной олимпийской чемпионкой вчера, как повлияло вот это поражение. Очень сильно, я думаю, был большой, скажем так, ну, необходимо было много выводов сделать для того, чтобы потом выиграть, наверное, после этого поражения. Я понимаю, что есть такие спортсмены, для которых очень важно выигрывать все подряд. Я не из таких людей. Я стараюсь свою жизнь разделить так, чтобы было время на все, что ты хочешь. И углубляться в одну сферу, и как в начале нашего разговора я сказала, да, вы можете быть суперсильным в одной сфере, но завтра-послезавтра может что-то произойти, и вы останетесь, скажем так, на улице голой. И что делать? Поэтому нужно любить свой спорт, если мы говорим о нем, нужно ценить каждый урок, который тебе преподносит э -э, эта жизнь, и всегда помнить, что удача, она должна присутствовать, в нее нужно верить и быть уверенным в себе. Я Но. вообще на другое ответила, да? <laughs> Уже ушла нет, в Нет, да, нет, ты сказала <laughs> очень правильные слова про удачу, про то, что в нее нужно верить. И ты вот э, в этом случае как раз-таки очень яркий пример. Э, я, если можно, чуть-чуть отойду от фехтования, от спорта, потому что мне очень нравится один из героев твоего инстаграма. Это прекрасный Черчилль. Его любят все. И, на мой взгляд, ты выполняешь... Извини, пожалуйста. Знала, что зададите этот вопрос, и все равно. Давайте поддерживаем аплодисментами. <laughs> Ты чемпионка. Яна, Напомню. на самом деле, один из немногих людей. А мы знаем, что спортсмены олимпийские чемпионы это те люди, которые движут мнением очень многих людей. И вот Яна, она. Вот пример нам всем, что своей популярностью и тем, что люди прислушиваются к ней, она ее направляет в очень правильное русло, она приковывает внимание к проблемам собак, к проблемам животных, и своим примером, не просто какими-то постами и перепостами в сторис, говорит о том, что надо помогать, она реально помогает сама. А можно я тебя попрошу, если это не сложно, рассказать вот изначально всю эту историю, потому что ну, она правда ну, должна быть услышанная? Я на самом деле очень рада, что мы открываем такую тему о проблеме животных в нашей стране. Да, так получилось, что, наверное, где-то с 2013, с 2014 года я стала активно заниматься помощью животным, э, так как я могу. То есть я начала посещать приюты, стараться организовывать какие-то мероприятия, где можно собрать какую-то финансовую помощь. На дни рождения всегда просила, чтобы мне дарили корма для собак для того чтобы все это отвести. Вот. и с каждым годом я очень очень сильно начала проникаться вообще в эту историю о бездомных животных и вообще о содержании, что происходит у нас, к сожалению. Чуть-чуть уйду в детство, я достаточно скромно жила, но моя невероятная любовь к кошечкам и собачкам, она была на каком-то колоссальном уровне. И мы жили с родителями в коммуналке, в маленькой комнатке, и я постоянно тащила котят собачек. А мама такая же. Она, когда видит маленького котеночка, еще и беззащитного, или который на улице, то все, она, она сходит с ума. И вот я постоянно, вот все свое детство, я тащила котят домой, мама их выхаживала. Мама, там, нам, не, нам нечего было есть, но мы искали возможности для того, чтобы там котенка где-то вылечить, искали добрые руки. И то есть как бы... С детства была любовь, которую я стараюсь сохранить и прививать то есть, всему своему окружению и нести это в массы, насколько у меня это получается. История с Черчиллем была абсолютно достаточно спонтанной. Так как я в Инстаграме постоянно смотрю приюты, постоянно подписываю какие-то петиции, раздел интересного у меня одни собаки. Просто собаки-кошки, которых или мучили, или обижали, для которых требуется лечение. И я наткнулась на Черчилля. Я наткнулась на этот маленький белый комочек и наблюдала за ним две недели. Все, я подписалась на волонтера, который занимался этой собакой. Я наблюдала, я понимала, что вот у меня, у меня душа, вот в прямом смысле она разрывается. Я не могу спать, я не могу есть. У меня вот в голове э этот пес. я позвонила волонтеру, спросила вообще, что за собака, откуда, всю эту историю. Вот, история была такова, что это чистокровная лайка, она находилась в питомнике, и не знаю, насколько достоверна эта информация, Черчилля укусила большая собака, перекусила ему спиной мозг, собаку просто выбросили, она две недели валялась где-то на дороге, и пока спохватились, собака была из Башкирии, пока спохватились, пока привезли Черчилля в Москву, уже оказалось, что спасти спиной мозг невозможно, и собака на всю жизнь осталась инвалидом. Я показала мужу, я говорю: посмотри: надо съездить, надо как-то помочь, нужно что-то сделать, давай возьмем а тогда искали э, передержку. Вот. Э, хочу многим сказать, что когда вы видите в Инстаграме передержки э, и как люди рассказывают о том, что вот там я взяла собачку на передержку или кошечку, 99% этих людей на этом зарабатывают, ну то есть на этом зарабатывают деньги. Это не бесплатно. То есть это не такая благотворительность, как многие люди, которые э, привыкли смотреть со стороны. В большинстве случаев, к сожалению, только при э, денежном вознаграждении люди готовы ухаживать за животным. Тем более за таким животным, у которого есть проблемы с лапами, проблемы с э, пищеварением, с тем, как сходить в туалет и так далее. И, естественно, волонтер, который занимался этим Черчиллем, она собирала финансовую помощь, чтобы как-то в стационаре держать собаку. Я говорю мужу, поехали. Поехали, хотя бы посмотрим. Я говорю, посмотрим на него, что, как, узнаем, чем мы можем помочь. Мы приехали в клинику, мы увидели это невероятное чудо. Обязательно зайдите в мой инстаграм, посмотрите на этого Черчилля. Вы просто, вы влюбитесь в эту собаку. Это невероятный пес. И нам просто доктор говорит, ну вот, вот, забирайте. И мы такие его вот, взяли и, и забрали созвонились с волонтером, я была уже где-то на пятом месте беременности, я была, уже, у меня уже был такой очень хороший живот, и в принципе казалось, что я уже на девятом, не то чтобы на пятом. И я сказала, что вот, ну, пока мне еще не тяжело, пока я не так занята, я там, на две недели заберу хотя бы, чтобы вам не нужно. А две недели в стационаре — это примерно 20 тысяч рублей, чтобы вы понимали. То есть это огромные деньги, которые нужно собирать. И прошло две недели, прошло три недели, четыре недели, проходит месяц, два, три. Это было безумно тяжело, потому что собака, к сожалению, не, не произвольно ходит в туалет. Собака не понимает, что после того, как она сходила, ей не нужно скакать, прыгать везде. Нужны были массажи специальные для того, чтобы было хорошее кровообращение. Нужно каждый... Он пушистый, его нужно Постоянно. То есть я могу об этом вечно говорить, не знаю, насколько это правда интересно будет, но это сложно, это просто сложно. И в какой-то момент, когда я уже понимаю, что мне рожать у меня две собаки, у меня есть еще одна собака помимо Черчилля, тоже она была взята с приюта. Я понимаю, что вот сейчас мне рожать, у меня вот у меня уже два ребенка. То есть два маленьких э, пса, которые вот просто, они маленькие дети. Черчилль это вот, он вот так на тебя смотрит э, с жалостными глазами и бегает за тобой. Действительно, вот ну вот бегает как собачка. Вот он вот, действительно, я ночью встаю попить воды, а так как он на попе прыгает, вот этот, по всей квартире, Охрана. да, Охрана. то есть Что? он действительно меня постоянно охранял, оберегал. И мы занимались, искали там специальную коляску э, инвалидную, потому что это, это тоже не так легко в нашей стране, э, кто этим занимается, э, выходили вот на прогулку. Конечно, с, на, с, мы получили очень много похвалы за то, что мы как бы взялись, потому что многие ну, в нашем районе знают, что я беременная, что у нас э, там не так много времени свободного, а тут еще такая сложная собака. Но, конечно, было очень много осуждения. За что? Ну, что такие собаки не должны жить, эти собаки мучаются. У нас была ситуация, когда на улице ко мне подошел мужчина. Черчилль был тогда совсем маленький, мини, моя еще одна собака, то есть она сама по себе гуляет, Черчилль у меня в маленькой сумочке. И просто мужчина начал конкретно на меня наезжать за то, что я такая плохая женщина, которая мучаю животных, что вообще мне нет места на этой земле, ни мне, ни этим собакам. И в итоге, конечно, уже муж вмешался и сказал, что вам не стыдно. То есть стоит беременная женщина, следить за собакой, у которой тащит собачку в руках, которая не может ходить, и вы как бы позволяете себе вообще выражаться в ее адрес вообще как либо. В итоге вся эта история закончилась тем, что мы нашли платную передержку, нашли финкуратора, который оплачивает передержку Черчилля. Он живет в Ставрополе в шикарном большом доме с огромным количеством собак. И на мне осталась финансовая помощь в плане специальных кормов, потому что ему нужны дорогие корма, которые нужно покупать, и лечение, которое ему тоже постоянно требуется. Вот так, проживя со мной полгода, он все-таки, надеюсь, обрел семью. Потому что жить в квартире и жить в большом доме, конечно, это две разные истории. И надеюсь, что в будущем э, люди будут больше наблюдать за такими собаками. Они действительно, они не понимают. То есть вот этот Черчилль, он даже не понимает, что с ним что-то не так. Ну потому что вы окутали а его любовью, себя, друзья, да, давайте обычным человеком. Это, это ведь правда достойно похвалы. И ты большая молодец, что несешь это в люди, рассказываешь, несмотря на то количество негатива, которое все равно прилетает из-за этого. Да, несмотря ни на что, пусть будет так, у нас совсем немного времени остается. Хочется еще. Как жаль, что у нас не три часа. Очень. Мы с удовольствием бы побеседовали еще на большое количество тем. Наверное, напоследок хочется задать такой простой вопрос, чего пожелать и посоветовать, наверное, тем молодым ребятам, которые только начинают свой путь в фехтовании, на что сделать акценты. И чего делать не надо? Я думаю, что можно я чуть, -чуть переформулирую. Не только фехтовальщики, а в принципе люди, которые начинают заниматься спортом. Я действительно я искренне убеждена в том, что если вы себя любите, если вы в себе уверены и вы готовы идти по пути, который вы придумали. Вы решили, что вы хотите стать спортсменом или кем-то другим, неважно какой профессии. Если это непосредственно ваше решение и ваше желание, сто процентов, что это у вас получится. Но если вас э -э, пытаются направлять там и говорить тебе там, я хочу стать художником, а родители, предположим, говорят то, что нет, тебе нужно идти в экономисты. В большинстве случаев, скорее, к сожалению, ничего не получается, потому что дети не хотят расстроить родителей. Родители, естественно, хотят, чтобы их дети были самыми лучшими, самыми умными, образованными и принесли пользу. Но самое главное, что, ребята, это ваша жизнь. Вы должны выбирать свой путь. Вы должны всегда адекватно понимать, что вам нужно и что вам не нужно. И главное, любите себя, и тогда все получится. У меня правда все получается. Все, что я захотела в своей жизни, я получила благодаря тому, что я себя любила и никогда не слушала других людей. Кто бы что мне не говорил. Многие в меня не верили, но я просто мимо и шла дальше. И вам того же желаю. Поддержим аплодисментами. Пусть Спасибо. и дальше все получается, да. Яна. Сильная, женственная, чемпионка, красавица. Мы ждем тебя на больших экранах. Мы, первые, мы в первых рядах, кто будет покупать билеты на твои э, кинопремьеры. Ремейк кавказской пленницы, например. Отлично, я считаю. Комсомол, спортсменка, все отлично. Все подходит. Ваши аплодисменты. Это Яна Игорян. Спасибо, Спасибо, что пришла к нам сегодня. Спасибо. Ну а мы, друзья, делаем сейчас небольшую паузу, и впервые на нашем марафоне будут чемпионы из зимних видов спорта, и зимнего вида спорта, и не один, а их будет сразу двое, поэтому совсем скоро вернемся. Не переключайтесь, будет очень интересно.